Значит, коллег уже не слушали по индивидуальному договору. Ну, то есть доход остается арендатором. Ну, конечно, такой спорный вопрос. Плюс или минус? Это минус. Нет, доход достается, это плюс. Но минус за вас. Какой это будет доход? Вот, ну, и как бы спорность, потому что как бы, он может быть невелик, этот доход. Вот. И последнее, это арендатор сам назначает работников. Тоже занимается обучением. Хочет свою семью туда всю приведет. Хочет квалифицированных работников. Еще плюс, если, например, ты арендуешь отель, который уже был когда-то отелем, тогда тебе не нужно думать о планировке здания. В том смысле, что тебе не обязательно планировать все эти номера, что нужно создавать вот эти отделочные, как бы вот эти работы в самом помещении. И если раньше, например, в ресторане был ресторан, там же уже есть и кухня, и все остальное, и это большой путь для того, чтобы уже не нужно тебе все это создавать самому, только вводишь мебель и необходимый продукт. Или, например, машиночный какой-нибудь строительный завод, там тоже все эти условия особые. Технологии. Ну, в принципе, мы это. Плюс пересказали. Да, это будет. А теперь минус формы управления, арендный договор. И самый главный минус это такой трудности при составлении договора об аренде. Это очень сложно найти компромисс, чтобы условия подходили как арендатору, так и арендующему. Второй минус – это отсутствие возможности заменить или сделать.